Первое. Всем привет! Сегодня 8 марта 2022 года, и мы с такой радостной новостью вернулись с выставки собак. Сегодня с нами на выставке участвовал наш Елисей Сокровище. И в классе чемпионов Елисей Сокровище получил оценку «Отлично», кандидат в чемпионы России, и выиграл всю выставку собак. Мы заняли «Best of Best», первое место в «Best in Show», «Лучшая собака выставки». Что очень нас радует, получили призы и кубки, вот такую шикарную медаль, первое место, розеточки. Выставка называлась «Улыбка ясная природа сквозь сон встречает утро года». Выставка называлась «Утро года». Проводили выставку Российский кинологический союз любителей животных НИКа, судья Романчук. Спасибо большое за высокую оценку нашего чихуахуа Елисея. Нам было очень приятно участвовать в этой выставке. Спасибо большое за похвалу в адрес Елисея. И мы очень рады такому подарку, который он нам сделал сегодня, прям в женский день, 8 марта. Вот такие у нас прекрасные новости.